Дмитрия Пескова выписали из больницы. Вот такая плохая новость. Реально, надо было поставить первый. Самая плохая новость. Пескова выписали из больницы. Песков заявил о возвращении к человеческой жизни после коронавируса. А до этого у него какая была жизнь там? Я не думаю, что он лежал в той больнице, где упала стена и бабушку придавила. Или в той больнице, где, помните, люди помирали, недавно совсем описывали, ходили, искали хоть каких-нибудь врачей, не нашли. Бабушке, которая неделю лежала, один раз попить принесли, но потом она все-таки через неделю умерла. Я не знаю, как она неделю-то прожила. Жуткие дела, конечно. И вот он к нормальной жизни вернулся. А до этого у него была какая-то ненормальная. Песков высказался о здоровье Кадырова, а как он высказался, сказал, что он не знает ничего про Кадырова. И вот не только у Кадырова, но и у какой-то российской кошки диагностировали коронавирус. Представляете, то есть вот Всемирная организация по охране животных заявила, что у 5-летней кошки в России коронавирус. Я думаю, что если подключится Всемирная организация по охране животных, то кошку будут лечить лучше, чем ее хозяина. Песков призвал не искать подвоха в отсылках к новым статьям Конституции до голосования. О ком они голосовании говорят, я вообще не понимаю. То есть 14 марта Путин подписал все эти поправки. Они вступили в законную силу, а они про какое-то голосование нам рассказывают. Жуткие дела.